Вопрос. Константин Натанович, когда закончится война в Украине? А нынешнее состояние войны – это состояние некоторых договорных отношений между Путиным и Демократической партией США. Пока она у власти, Демократическая партия, это соглашение в той или иной степени будет соблюдаться. Ограничение поставок вооружений Украине и все возможные действия, которые позволили бы Путину, если не контролировать всю территорию Украины, то во всяком случае не потерпеть позорного поражения от вооруженных сил Украины и западного сообщества вообще.